Меня зовут Денис Гришенков, я художник граффити и стрит-арт в городе Саранске. Данная работа выполнена в рамках федерального конкурса по Поволжью. Называется он «Форум Арт». Он проводится уже второй год, вот, и в этом году мы вышли с нашей командой в финал. Моя работа называется «Космический аргонавт». Тематика конкурса была «Новые технологии, город будущего, покорение космоса». И поэтому я решил то, что все рубежи у нас уже исследованы на планете Земля, и нам нужно, как древнегреческим аргонавтам, двигаться вперед и изучать новые горизонты. Поэтому нужно двигаться в космос, покорять его, осваивать всем человечеством вместе. Граффити мне больше нравится тематика природа и, естественно, непосредственно граффити шрифты из-за того, что, ну, я с них начинал, и это мне все-таки ближе к сердцу больше. А так мне больше всего нравится, когда работа масштабная и запоминающаяся, и когда ее видно, может увидеть большое количество жителей. Здесь также эта работа выполнена из-за того, что здесь открывается площадка детская, аллея машиностроителей. Вот. Данная работа выполнялась в течение недели. Мне помогали две мои хорошие помощницы, Ангелина и Екатерина. У нас, как вкладывает показ практика, жители всегда относятся положительно к таким большим работам в городе, потому что это не только украшает фасад, но и радует глаз. Сейчас мы вышли в финал, будет проходить оценка нашей работы, а также других участников из других регионов. После будет российское голосование по поводу победителей. А в планах же у нас дальнейшее сотрудничество с администрацией Рузаевского района. Они нам уже предложили пару идей, где можно реализовать свое творчество.